Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что позиции русского языка в республике не ослабли, утверждающие обратное идут против истины. Те, кто утверждают, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждение от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы, сказал он. Токаев добавил, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. «Я в этом уверен», – подчеркнул он. Вместе с тем он подтвердил, что в республике возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке. Это тоже надо учитывать. В конце концов, в самом имени нашего государства, Казахстан, звучит имя «казах», значит, мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские детские сады и казахские школы, отметил президент. Казахстанский лидер выразил уверенность, что важность русского языка для казахов обуславливает и географическое положение республики. «У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно. Географически у нас самая протяженная государственная граница в мире. Мы, как говорится, Богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык», – заключил он.